как в семье принято, наверное. Не обязательно, ну, может быть, чисто-то, если мама много вложила с папой, например, в них, почему бы не сделать? Мой дел. Как правило, так и делается. Всегда ребенок делает всем подарки с первой зарплаты. И в первую очередь родителям, конечно. Сделать приятно, да, маме цветочки купить и себе какие-нибудь штучки. Я делал и считаю, что должен. Конечно, это как бы я считаю правильно, потому что родители тебя воспитали, вложили очень много в тебя. И, соответственно, ну, на его усмотрение, но я считаю, что нужно, наверное, все-таки. В благодарность родителям за то, что они воспитали тебя, дали тебе учиться дальше дорогу в жизни. И в мое время было принято, и как-то это для семьи очень приятно, когда он родителям, ну, семью должен всех одарить.